Так, суббота, люди отдыхают, я решил заехать посмотреть на наших червячков. И что мы видим? У нас сегодня появились первенцы, то есть они ползают. Я немножко побрызгал водой, чтобы они не были в сухой почве. Кормить не буду до понедельника, чтобы не перекормить их. Но процесс идет нормально. Вот такие красавцы с родословной. Так, ну хорошо, будем следить дальше за ними. То есть в понедельник будем первый раз их кормить. Ну не первый, уже второй. Первый раз кормили, когда посевали их, засевали. Значит, в понедельник покормим их теперь. Главное, чтобы не поубегали все отсюда. Все, до следующего видео. Так, и это было у нас, получается, 14-го. Мы засадили их, так, где-то 17-го. Ага. Ну, грубо говоря, третий-четвертый день начали вылупливаться все они.